Здравствуйте, мои юные друзья. А сегодня мы будем слушать Трил Пила совместно с Шайни. Трек называется «Я дерьмо». Дерьмо, кстати, более оскорбительно, чем говно. Да? Не знаю, где язык не поворачивается. Дерьмо – это какашки, а дерьмо – это оскорбительное слово. Не знаю, он сам так себя обозвал. Это он назывался говном. Ничего не знаю, он назвал так, как я сказал. Мягкое. Не, самая мягкая какашка. Друзья мои, в связи с тем, что один из моих подписчиков написал мне в комментариях о том, что я плохо оцениваю, что у меня все баллы одинаковые от 8 до 10, и что раз у меня 10 баллов, то надо настолько и оценивать, вот этот большой разбег. Поэтому теперь я очень жестоко и оцениваю по-другому. Моя шкала оценок изменилась, поэтому не обижайтесь на меня, когда вы узнаете, что баллы намного ниже, чем были. Но я хочу сказать, что если до 5 баллов, то все плохо. Если после 5 баллов, то значит жизнь налаживается. Поэтому не знаю, про что там Трил Пил Шайни. Вот. Сейчас мы все узнаем и заодно оценим. Погнали. О, все хорошо уже, я чувствую. Видимо, у него запор. Друзья мои, сколько бы лет ни прошло, а ничего не меняется. Все вы поете про одно и то же. Вот мозги, вот женщина умеет это делать. Я кусаю ее соски, просто избавляюсь от тоски. Разъебу тебя от дорогой типа соски. Но как я бы сказал, бро, на день мазы. Солид удлиненный магазин лазер. Еще куча разных модификаций. Ебашит по голове, мне нужна каска. Гоняю опасно, могу разъебаться. Дома скучно и мне хочется танцев. Час за движение, сегодня Москва. Большие суки несу самой домой. Сделал дела и сплюсы. Да. Я подпеваю. Там говно ты шаришь, мы говно ты шаришь, мы говно ты знаешь. Большие суки несу самой домой. Сделал дела и сплюсь на НЛО. Все, я говно, да, мы всегда так было. Я не могу исправиться, ведь я говно. Я оставил на нем пулевое, сука, чтоб не базарил. Мамочки ми. Тебе нельзя было, мне будет можно. Я знаю, что ты из тех, кто дадут в жопу за промо. Когда похуй, я флексу на этих уёбках. Ужас какой, друзья мои. Ну вот сейчас я отыграюсь на эти песенки. У меня даже кашель, это самое. Вот, ну, я такой стиль вообще не люблю. Ну, как бы, не обижайтесь на меня, и это же моя оценка, поэтому что сейчас получится, я сама не знаю, что получится, но думаю, что я не сильно высоко оценю этот трек. А начнем со смысла. Вот как всегда, чё, куда, зачем, почему. Бедные женщины, настолько вы обращаете, то есть вы всегда выражаете свою мысль, типа, вы такие короли, а женщина это так, это подстилка для вашего этого кучу. Поэтому 5 баллов за смысл. Могла бы и ниже, но было относительно складно, и смысл был раскрыт в ваших помыслах. А, значит, название
совпало, он там все время про это говорил, кто он есть, но даже если бы он не говорил, название совпало, потому что это понятно, что только это дерьмо, про которое поет, мог спеть тот, кто этим и является. Это не оскорбление, это раскрытие смысла. А теперь по музыке, по стилю. Ну, не знаю, вот эти вот прищепки на носу и тонкие гортанные звуки, они меня бесят. 5 баллов за музыку. Она была однотипной и никакой. 5 баллов за музыку. И атмосфера, когда у тебя заболела голова. Ну вот я пыталась настроиться на позитив, смотрела в окошко, что там снег. Но это меня не спасло. Поэтому 5 баллов за атмосферу. Итого у нас с вами 16 баллов. Делим на 3. Получается 5,3 балла. Ну, повезло, 5 баллов пересек, тоже хорошо. Ну, друзья мои, мне кажется, что такие стили, какие бы они, как бы, про что бы вы там не читали, но мне кажется, те, кто читают в таком стиле, они только, вот и смысл у них всегда такой, вот что печаль-то. Ну, вот, собственно, и все, что я хотела сказать. Всем пока.